Добрый вечер, друзья. Я рада вас приветствовать. Как меня слышно? Вы меня слышите? Хорошо слышно? Отлично. Ну что, мы с вами зажгли? Как настроение? Ну, у меня отлично. Слышно отлично, настроение отличное. Ох, я не знаю, как вы, но я лично танцевала. Отлично, друзья мои. Слышно хорошо, настроение хорошее. Начинаем нашу встречу. Итак, я рада вас приветствовать, мои дорогие. Сегодня очередной вебинар нашего великолепного, мощного международного интернет-проекта «Бизнес новой эпохи». И я счастлива, что я принадлежу к такой огромной команде успешных лидеров. Вы посмотрите на этом слайде, сколько проектов участвует в огромном международном проекте. Это лидеры, которые уже успешные, которые добились высоких результатов и сумели организовать свои собственные проекты. Но вы же знаете, друзья мои, что синергия всегда во много раз сильнее даже самой большой энергии. И знаете, в чем фишка, в чем преимущество нашего большого проекта? В том, что в каждом проекте лидерском есть свои секреты, свои наработки, свои фишки, которыми мы делимся друг с другом. И это большой успех, это, вы знаете, большая редкость, потому что иметь только свои наработки, этого мало. А когда с тобой делятся партнеры, это классно. И я счастлива, что я тоже могу поделиться своими наработками, друзья мои. Это здорово, когда ты можешь быть полезен. А полезна я вам могу быть вот в этой категории, в этой великолепной категории wellness, которую я обожаю, которую я могу говорить сутками. Сегодня мы будем говорить, друзья мои, зачем нам нужны витамины. Сегодня во всех СМИ, во всех газетах, журналах, на телевидении, где только я пытаюсь найти эту тему, я вижу сколько много спорных вопросов. А вот мы с вами сегодня разберемся, друзья мои, кто прав, кто виноват. Итак, зачем нам нужны витамины? Сегодня у нас wellness-школа номер 2. Я забыла вам сказать, да, друзья мои, хотя скажу об этом сейчас, что я представляю проект «Лучшее для лучших». По-другому я его назвать никак не могла, потому что я обожаю нашу компанию, она лучшая в мире. Все, что она сегодня нам предлагает, это лучшее из того, что есть на рынке. И я хочу сказать, что я с огромной гордостью сегодня представляю компанию «Ariflame» в звании золотого директора. Это звание я сделала офлайн, как и многие из присутствующих в проекте. И если вы сегодня, совсем недавно, вчера, сегодня, или месяц, или два, или три, или может быть пять, как я, пришли в этот проект, и еще пока вы не видите потрясающих, суперских, каких-то взрывных результатов, то запомните, я учусь вместе с вами. Все новое дается временем, навыками, опытом, уверенностью. И я уверена, друзья мои, что все мы сможем осуществить наши мечты в нашем проекте. Итак, начнем мы с вами вот с чего. Я долго думала, с чего мне начать свою презентацию. И решила вот начать ее с этого слайда. Вы знаете, что наша жизнь состоит из многих сфер, да? Это не секрет для вас, мы все проходили тренинги. Даже те, кто сегодня новые, они тоже понимают, сколько сфер в нашей жизни, да, это финансы, и мы, конечно же, стремимся заработать достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью, это бизнес и карьера, это то, что мы сейчас с вами делаем, да, мы строим карьеру в интернет, потому что это важно. Мы развиваем свою духовность, да, мы обрастаем новыми друзьями, развиваем с ними отношения. Конечно же, мы планируем отдых. Мы планируем путешествия. Семья – это для нас с вами святое, потому что все, что мы делаем до этого, мы делаем ради нее. Да? И физическое окружение – это очень важно. Посмотрите, сколько мы с вами прошли сфер. И скажите, у всех ли у вас
хватает времени, терпения и понимания, что вот эта сфера, которая находится над финансами, здоровье и энергия, заслуживает такого же внимания. Такого же внимания, как и все остальное. Гармония должна присутствовать в нашей жизни. Я понимаю, я, как и вы, сегодня бомблю. Я учусь, я дерзаю, я учу новые методы. Но никогда нельзя забывать о здоровье. Потому что когда его нет, то ничего не решается, ни одна сфера. Только тогда одна. Тогда решается одна сфера – здоровье и энергия. А когда мы распределяемся на все сферы, то мы имеем это все, друзья мои. Знаете, что меня побудило вот начать презентацию с этого слайда? Ну, хочется всегда говорить только о хорошем, но, к сожалению, жизнь есть жизнь. И вот пару недель тому назад я была у свекра в больнице, сидела в палате. И вдруг я слышу в коридоре громкий голос, такой, знаете, нервный, напористый голос врача, который кричит больному: «Знаете что? Вы всю свою жизнь оплевательски относитесь к здоровью, а потом приходите к нам и хотите, чтобы мы за неделю вас вылечили». Я сначала думаю, ну что ж он так кричит-то? Ну разве можно так обращаться с больными людьми? А потом думаю, друзья мои, а ведь он прав. Скажите, если мы всю свою жизнь, да, не поддерживаем свое здоровье, не бережем его, не заботимся о себе, то от кого мы требуем, чтобы наше здоровье вернули, восстановили? Кроме нас никто этим заниматься не будет. Поэтому сегодня я начинаю нашу встречу с темы «Зачем нам нужны витамины?». И вновь этот слайд я сделала сегодня. Почему витамины? Мне хочется рассказать про коктейль, про супы, про батончики, про все остальное. Но я после омеги хочу вам сегодня рассказать про витамины. Потому что на данный момент это очень актуально, очень. Очень часто в конце зимы, да, и в начале весны люди жалуются. Вот я сейчас встречаю знакомых, они говорят, как ты себя чувствуешь? Я говорю, почему ты спрашиваешь? Она говорит, ну ты знаешь, я такая нервная. Я днем хочу поспать, хотя у меня такого раньше не было. А ночью потом наоборот не могу уснуть. И вообще, посмотрите, что сейчас делается вокруг, да, сколько людей болеют. Вирусы просто поглотили людей, и сопротивляемость очень плохая у людей, да, и заживляемость ран. Вот многие люди замечают, говорят, ты знаешь, вот порезалась, так долго заживает. У многих людей весной повышается сахар в крови. И вот одной из причин такого состояния людей является гиповитаминоз. Вы скажете, что это за такое слово какое-то незнакомое? Да, потому что это слово в быту мы называем авитаминоз. Но мы так его и будем называть дальше. Но я хочу, чтобы вы знали и понимали, что авитаминоз – это когда в организме не хватает какого-либо одного витамина. Но сейчас это просто нереально, невозможно. У людей не хватает вообще всех витаминов. И мы с вами сейчас разберемся в этом, да? И основными причинами гиповитаминоза является, ну вы об этом, конечно же, все знаете, я вам сейчас, никакого открытия для вас не будет, да, это поступление витаминов с пищей. И главное, нарушение их всасывания, это очень важно. Что же делать, друзья? Что делать, чтобы избавиться от всех этих проблем? Ну, единственный выход в этой ситуации, можно громче, можно. Меня плохо слышно, да? Поставьте плюсики, кому меня плохо слышно. Плохо слышно, да? Я продолжаю, тишина. Хорошо слышно. Что делать? Ну, естественно, что в этой ситуации единственным выходом является сбалансированное питание. Потому что оно это самый лучший источник витаминов и минералов. Пищевые продукты снабжают наш организм всеми, да, разнообразными витаминами и микроэлементами. Это фрукты, овощи, рыба, мясо. Это так должно быть, друзья мои. Это так должно быть. Но, к сожалению, не все так просто. Так было, возможно, лет 10, 15, 20 тому назад. В настоящее время Институт питания Российской академии медицинских наук провел исследование
И оно показало, что в последние годы содержание витаминов и органических веществ в овощах, фруктах, мясе, рыбе снизилось катастрофически. Почему я говорю катастрофически? Вы сейчас узнаете. Вы, наверное, уже сами увидели на слайде. Вы помните, да, как мы покупали своим деткам яблочки, апельсинки, и мы знали четко, что это витамины. Да вот посмотрите, что сегодня происходит. Яблоки и апельсины потеряли 66% витамина А. В курице количество этого же витамина А снизилось на 70%. Это, ну, потрясающие цифры. В зелени, которую я так обожаю, и я считала, что это источник витаминов, да, в ней стало кальция на 46,5% меньше. И капуста, о которой сегодня во всех диетах говорят, да, кушайте капусту, это полезно. Я когда составляла свою программу похудения, то такая была рекомендация, что раньше в Руси на столе всегда стояла миска с капустой, потому что это был самый большой источник витаминов, и она не выбывала, только ее съедали и ее вновь туда нарезали. Так вот, представляете, сегодня на 85% органических веществ в капусте меньше. Этот список можно продолжать бесконечно, друзья, я этого делать не буду. Если вам эта тема интересна, вы откроете интернет, поисковичок, и вы все это найдете. Так вот, по данным Московского института питания, даже при сбалансированном рационе, а он априори быть не может сбалансированным, мы с вами это уже поняли, у нас наблюдается 30-40% дефицита основных витаминов. Что значит основных? Основных – это значит жизненно важных для жизнедеятельности человеческого организма. Кому знакомо такое слово «витаминотерапия»? Кто слышал уже такое слово? Это слово уже в моде давно. Витаминотерапия на сегодняшний день – это одно из самых дискутабельных направлений в медицине, потому что оно связано со многими направлениями. Да, это диетология, эндокринология, спортивная медицина, ну, конечно, клиническая фармакология. Что значит дискутабельно? Это значит, что медицинский мир постоянно находится в дискуссии, какие витамины пить, какие годятся, какие не годятся, сколько их пить, сколько раз в году, когда. И пока специалисты пытаются найти золотую середину, в это время, друзья мои, происходит катастрофа. Потому что количество людей, которые страдают от недостатка витаминов, минералов и микронутриентов, растет катастрофически. Посмотрите, что происходит. На сегодняшний момент, по подсчетам ВОЗ, а ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения, 1/3 населения земного шара страдает от недостатка витаминов и минералов. И что такое РАН, вы знаете, да? Это Российская ассоциация нутрициологов, диетологов. И по данным директора НИИ питания РАН, академика Тутельяна, да, оказывается, что в структуре болеющих людей от 30 до 50% это те люди, болезни которых напрямую связаны именно с недополучением в питании витаминов и минералов, то есть органических веществ. Ой, друзья мои, как же нам с вами повезло. Нам повезло безмерно. Представляете, в то время, когда все эти ученые спорят, быть или не быть, надо или не надо, сколько и когда, 8 лет тому назад наши дорогие ученые разработали для нас с вами потрясающие витамины. 8 лет клинических исследований в Вигелёсе, на юге Швеции. Посмотрите, справа картиночка, такой сказочный маленький уголочек, где собрался научный коллектив потрясающих людей. Это ученые с мировыми именами, это непревзойденные специалисты в своей области, в области красоты, здоровья, правильного питания. Это люди, о которых знает весь научный мир. 8 лет они работали над тем, как сохранять и поддерживать здоровье современного человека.
И у нас с вами есть уникальный продукт, о котором мы сейчас более подробно поговорим. И говорить мы с вами будем о том, что же собой представляют витамины от Oriflame. Научный мир, да, научный коллектив, я бы так сказала, может даже мир и гелиосы, вот этот маленький научный мир и гелиосы в лабораторных условиях, да, разработал для нас с вами комплекс мультивитамины и минералы для мужчин и женщин. Что же они собой представляют? Это идеально сбалансированная формула из 12 витаминов и 10 минералов. В комплексе собрана вся рекомендуемая суточная доза питательных веществ, необходимых для здоровья и красоты современного человека. И вы знаете, возможно, вам, как и мне когда-то, совершенно неважной покажется вот последний пункт. Не являются лекарством. Вот я вам чуть-чуть позже расскажу, почему это важно. Запомните и обратите на это внимание. Итак, друзья мои, сегодня мы с вами разберемся, какую пользу витамины от Oriflame имеют для здоровья современного человека, для его красоты, для похудения, потому что сегодня это очень актуальная тема. Я думаю, что, судя по нашему чату wellness-овскому, да, в скайпе, я понимаю, что это очень актуальная тема. И, конечно, друзья мои, мы с вами должны четко и осознанно понимать, в чем уникальность наших wellness-продуктов. Итак, здоровье. Вы знаете, возможно, кому-то это покажется, ну, не пью витамины, ну, не ем витамины, покажется не столь важным, да? Малейшая, но запомните, малейшая нехватка органических веществ в нашем организме сказывается на нашем здоровье. Малейшая. И она приводит к снижению и иммунитета, нарушению работы жизненно важных внутренних органов. Что это значит? Это когда идет нарушение одного какого-то органа, он не справляется со своими функциями, тут же его функции берет на себя другой орган, который с ним взаимосвязан, и что идет? Полный сбой организма. И нам кажется, ну откуда? Ну все в порядке, ну я же никогда не болела. Да все предельно просто. Организму недостаточно минеральных органических веществ. Конечно же, появляется раздражение и, ну, увы, ухудшение внешнего вида. И я хочу с полной ответственностью сказать, мои дорогие, что любой из витаминов и минералов, входящий в состав витаминно-минерального комплекса Oriflame, заслуживает того, чтобы написать о его пользе трактат. Я не знаю, согласны вы со мной или нет, но я все глубже изучая эту тему, я понимаю, что это просто революция. Это революция в индустрии здоровья. Я вам приведу просто два маленьких примера, чтобы вы, ну, как бы увидели подтверждение тому, что я вам сейчас сказала. Я из всех пунктов просто сидела и думала, какие важные пункты вам показать, чтобы вы поняли важность витаминов и минералов. Посмотрите, что. Недостаток цинка в организме грозит беременной женщине невынашиванием беременности. Когда все семейство ждет пополнения, этот малыш, которого все ждут с нетерпением, это радость, это продолжение рода, и вот его жизнь зависит от того, достаточно ли в организме мамочки цинка. Представляете? И по статистике у 99% беременных анемия. А это все предельно просто. Вы скажете, не может быть. Вы знаете, благодарю, что у нас в городе есть потрясающий врач Людмила Найдук, которая нам это все разложила по полочкам. Она замглавврача по деторождению и родовспомоганию. И она сказала, запомните, когда растет внутри женщины плод, он заберет из нее ровно столько витаминов и минералов, сколько ему надо. И если у нее нет в организме достаточного количества этих веществ, то он будет тянуть из костей, из суставов. Ой, ну я не буду рассказывать всего этого. Я просто хочу, чтобы вы четко поняли, насколько это важно, друзья мои, для новой жизни, которая, да, является для нас с вами очень ценной. Ну, хочу сказать, что и мужчин эта проблема не обошла. Посмотрите, если в организме мужчины нет цинка или недостаточно его количество,
то это чревато риском возникновения аденомы предстательной железы, импотенции и бесплодия. Ой, я не буду вас пугать, друзья мои, но это факты. Это факты. Так давайте же разберемся, что же в общей такой картине могут нам дать витамины от Oriflame. Посмотрите, вот общая картина. Я думаю, что даже дописать нечего. Я это все, да, и компания, мы, посмотрите, как на этом слайдике вся картинка показана. Не знаю, чего еще можно больше добавить. Во-первых, поддерживается работа всего организма. Что значит, когда работа всего организма в норме? Это как в автомобиле, когда двигатели, да, и все остальное. Все работает как часики. Это супер. Когда повышается жизненный тонус. И очень важно, да, сегодня какие-то магнитные бури. Сейчас весной люди, которые страдают гипертонией, чувствуют полный упадок сил. Витамины что делают? Они сокращают утомляемость. Да, снижают усталость. Иммунная система восстанавливается и укрепляется. Сопротивляемость организма повышается. Я хочу вам сказать, что это не панацея. Это не панацея 100%. Я хочу, чтобы вы знали. Но wellness-продукты от Oriflame позволяют очень быстро справиться с вирусами. Ну, очень или не очень, я не знаю. У меня сильно сейчас вот выздоравливает муж, очень сильно заболел. Ухаживая за отцом в больнице, он схватил вирус, еще нервный срыв. И он просто, видно, открылся всем тем вирусом, которые там были. Он его хапанул. Ну, вот 5 дней у него держалась очень высокая температура. Но я хочу сказать, что тот уровень его, как бы вот вирусного заболевания, вот он, его уже нет. Нет температуры, нет кашля, нет ничего. Врач пришел, сказал, я не знаю, вы так быстро выздоровели. Понимаете, что происходит? Очень быстро организм справляется вот с этими вирусами. Они же сегодня страшные, я даже не знаю, как их назвать. Да? Именно какие там они, ой, не буду выговаривать этих слов. То есть они совершенно уже во что-то переродились. Даже сами врачи уже не знают, как называть эти вирусы. Если раньше нам точно говорили, что это за вирус, сегодня никто. У меня приятельница замглавврача больницы, она говорит, Люба, я тебе даже не скажу, какой вирус. Мы сами не знаем. Понимаете? И что важно, что витамины замедляют воспалительные процессы. А сегодня на улице весна. Воспалительные процессы где у нас происходят? В суставах, да? Потому что оно давит. Сегодня, я не знаю, наверное, 90% населения страдает. Боль в спине, да? В суставах, коленях. Спортсмены сегодня очень страдают. Витамины. Витамины – это то, что сегодня помогает избавиться от этих проблем. Ну, мои дорогие, я хочу сказать, что на одном уровне со здоровьем для женщины стоит и красота. Это как одно и то же. Красота и здоровье для женщины – это одно и то же. Да? И давайте разберемся, какую же роль могут играть, это же не лекарства, не таблетки, какую роль витамины могут играть в красоте женщины. Хотя мне очень приятно, что в настоящее время уже наши мужчины, дорогие, любимые мужчины, очень следят за своей внешностью. И нам, женщинам, конечно же, это приятно, когда ты идешь рядом с красивым, ухоженным, молодым, да, привлекательным мужчиной. Так вот смотрите. Как только в нашем организме недостаток витамин, органических веществ, да, первым признаком этого является что? Шелушение кожи. И это может происходить как на отдельных участках кожи, так и по всему телу. Если вдруг у вас или у ваших знакомых случается вот такой казус, то вы должны четко понимать, что это только от недостатка витамин. В некоторых случаях даже могут появляться чешуйки. Люди бегут к дерматологу, да, ну, во-первых, этого делать не надо, потому что сегодня, я не знаю, какие врачи кому помогают, лично мне никто, и я давно к ним не хожу, уже 12 лет или 15. Но признаком этого всего является именно недостаток витамин. Друзья мои, опять забыла сегодня отключить скайп. Посмотрите, что... Язвочки в области уголков рта. Вот некоторые люди говорят, ну вот это, наверное, ветер, это, наверное, там сквозняк. Посмотри, у меня язвочки постоянно в уголках. Нет, друзья мои,
Вот язвочки в области уголка рта, воспаление кожи, очень частые синяки. Вот как человек говорит, ты только дотронулся, у меня сразу синяк, да? Шелушение губ, тусклость кожи. Это признак недостатка в организме чего? Витаминов и минералов. Ну, а витаминозы часто может негативно сказываться, конечно, на ногтиках. Все мы женщины, ну тут уж мужчины, конечно, ни при чем. Все мы, девочки, мечтаем о красивых ноготках, да, потому что самому приятно, когда у тебя ухоженные ногтики, когда они твердые, когда они такие, как надо, когда они здоровые, да. И вот они становятся ломкими, хрупкими, тусклыми и ломаются очень часто именно тогда, когда в нашем организме недостаток органических веществ. И я хочу, вот для вас сделала такую заметочку. У нас в каталоге, конечно, очень много средств по уходу за ногтями. И если вы еще думаете, что причина в том, что вы не ухаживаете за ними вот таким образом, то попробуйте. И если наши масла, средства по уходу за ногтями не помогают вам избавиться от проблем с ногтями, то помните и понимаете, сразу же понимаете, что у вас недостаток витаминов. Но я думаю, нам этого понимать не надо, потому что мы с вами пьем витамины, да? Поставьте плюсики, кто пьет. Ну и, конечно, вот я специально подобрала сегодня такую пластиночку, это пластиночку, господи, картиночку, где девушка изображена с потрясающими волосами, с ногтями. Она такая вся ухоженная, красивая, с косметикой Орифлейм. И нам с вами так, настолько на нее приятно смотреть, да, и мы с вами четко понимаем, что каждая из нас мечтает о красивых волосах, о шикарных волосах. Потому что, ну, как бы это неотъемлемая часть любой женщины. Очень хочется, чтобы даже если они короткие, они блестели, они были шелковистыми, густыми, да. И вот когда в нашем организме недостаточное количество витаминов, это однозначно скажется на наших волосах. И в первую очередь они станут тусклыми. Вы в ванной увидите, как после мытья головы у вас, волос у вас останутся волосы на ванной, да. И вы поймете, что что-то здесь не то. И хочу даже вам сказать, что появление перхоти, это тоже является признаком недостатка органических веществ в организме. И даже сегодня ученые уже доказывают в клинических условиях, что ранняя седина тоже является признаком недостаточного количества. Да, есть генетика. Как говорят, у меня папа рано поседел, у меня мама рано поседела. Но я хочу сказать, что здесь еще ключевым фактором является недостаток органических веществ в организме. И вот наша такая тема, важная тема похудения. Да? Вы скажете, ну понятно, волосы, ногти, кожа, это понятно. Но при чем здесь похудение? А вот сейчас мы с вами посмотрим, почему похудение, да, связано с витаминами. А потому что витамины улучшают, вот вы знаете, я сама была потрясена, вот я сегодня читала свою презентацию, еще раз ее как бы анализировала и думаю, боже мой, как же все в этой жизни повязано. Вот представьте, что я просто пью wellness, я не думала, что настолько это связано именно с витаминами. Вот шведы сделали все для того, чтобы мы с вами даже не задумывались. А просто клали в рот то, что для нас 8 лет разрабатывали. Но я так считаю, что, конечно, мы должны в этом разобраться. Я в этом разбираю все глубже и хочу, чтобы вы это понимали, потому что тогда вы будете аж бегом бежать в офис забирать свои витамины. Посмотрите, витамины улучшают усвоение полезных и питательных веществ из пищи. То есть, когда мы едим, то даже из самого маленького количества пищи благодаря витаминам и минералам мы будем получать максимум пользы. Максимум пользы. А если мы получили максимум пользы, то нам меньше хочется кушать. Почему хочется кушать часто? Да, когда ты поел какую-то пустую еду, она вообще, вроде бы она сытная, но в ней-то полезного ничего нет. И организм вновь и вновь просит кушать. Посмотрите, что дальше. Витамины способствуют расщеплению углеводов и жиров и образованию из них энергии. То есть благодаря витаминам углеводы и жиры, расщепляясь, превращаются в энергию. А это препятствует накоплению жиров в организме.
Может быть, это сложно для вас сегодня, но это и просто. Вы понимаете, что творят витамины? Кроме того, когда мы с вами меняем свой образ жизни, выбираем wellness стиль жизни, да, это спорт, это достаточное количество жидкости, мы меняем продукты, мы меняем методы их приготовления, этих продуктов, да, мы совсем кушаем другие блюда, меняем меню. Это стресс для организма, это очень большой стресс, я хочу вам сказать, я знаю, что я говорю. Так вот, витамины, они снижают уровень этого стресса и помогают нам пережить более легко вот переход наш с одного образа жизни на другой образ жизни. То есть абсолютно, потому что они дают нам пищу, ту, которая нам необходима. Понимаете? Дальше. Посмотрите, что делают витамины и минералы. Они стимулируют выработку гормонов и ферментов, которые усиливают процессы жиросжигания в организме. Так вот, пить или не пить, быть или не быть витамином нашей жизни. А теперь посмотрите, что еще важно, друзья мои, этот пункт тоже очень важен. Благодаря витаминам повышается эффективность спортивных тренировок. Что это значит? Мы становимся более сильными, более выносливыми, да? И витамины способствуют росту мышечной массы. Когда мы идем в спортзал впервые, как это тяжело. Что там говорят, какая-то там молочная кислота, там еще чего-то, мышцы болят, да? Я вам хочу сказать, вот когда мы с Нинель Подгорной стали заниматься скандинавской ходьбой, ну, Неля не может такую нагрузку себе давать, я давала больше, я выходила специально раньше, да, мне казалось, что у меня с непривычки будут болеть все мышцы. Верите, я домой еле ноги приволакивала со стадиона. Вот до стадиона 200 метров. Ну и все. Вот я приходила домой, переодевалась, принимала душ, ноль усталости. Все. Вот именно как бы вот именно после тренировки я как бы все, нет сил, ой, выдохлась. Я пришла домой, и я снова в этот ритм жизни, снова у меня кухня, интернет, общение с командой. Это потрясающе. Это я вам говорю из собственного опыта, друзья мои. Ну и давайте с вами разберемся. В мире столько витаминов. Зайдешь в аптеку, витаминами все забито. И врачи выписывают витамины. Вы знаете, я очень глубоко работаю с этой темой. Очень глубоко. Потому что wellness – это тема, которая просто легла мне на душу. Она мне нравится. Я ее очень люблю. Так же, как и продукты, я уже вам говорила, могу сутками о нем говорить. И поэтому я постоянно откапываю какие-то новые данные. Так вот, я зашла на один сайт очень продвинутых врачей, которые дискутируют то, что я вам говорила, да, дискутабельная тема сегодня витамины, и они все спорят. И вот одна команда самых таких крутых, известных медиков, они сказали в один голос, что в современной медицине витамины используются только как лекарство. Других показаний, в том числе предупреждение болезней, у медицинских витаминов нет. Вы понимаете, друзья мои? Нет. А зачем нам с вами витамины, когда уже поздно пить боржоми? Объясните мне, зачем мне витамины, когда уже я больна? Да? Так вот, в чем же преимущество и уникальность витаминов, минералов от Орифлейм? Они не являются лекарством. Но зато они обладают потрясающим качеством эффективно сохранять и поддерживать здоровье современного человека. Это круто, это сегодня просто гениально, потому что мне важно не дойти до той грани, когда меня нужно лечить. Мне нужно сегодня быть здоровой, сохранить это состояние здоровья на долгие годы. И я уверена, что также и для вас это важно, друзья мои, да? В чем еще уникальность, конечно же, наших витамин? Если мы сегодня зайдем в аптеку и попросим какие-то сертификаты, ну, боже мой, никто их не даст, не потому что не хочет, а потому что их просто нет. А наши витамины, витамины от Орифлейм, они созданы при соблюдении всех рекомендаций ВОЗ.
Я еще раз хочу уточнить, что ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения. Всемирная. Можете представить, какие требования у этой всемирной организации? Потрясающие требования. И вот Oriflame эти требования выполнил, выполняет и будет выполнять. Потому что компания, уважающая себя, никогда не нарушит каких-либо норм. Да? Кроме того, наши витамины не просто сертифицированы, не просто, друзья мои. Они сертифицированы по самым высоким европейским стандартам. Я каждый раз вам говорю, да, что стандарт GMP имеет всего несколько компаний, фармацевтических, хочу сказать, только фармацевтических, да. Но GMP не присваивается продуктам, GMP присваивается заводу, который выпускает эту продукцию. Но это еще лучше. Вы можете себе представить, что такое завод, который соответствует стандартам GMP? Это стены, обои, люди, халаты, воздух, чепчики, ногти. Но это все должно соответствовать самым высоким стандартам GMP. То есть это потрясающая продукция, которой мы можем гордиться, ну просто неимоверно, безгранично. Наши витамины и минералы содержат только натуральные компоненты, никаких добавок в них нет. Я считаю, что очень важно, когда, вы знаете, часто, я не знаю, кто из вас встречался с таким вопросом, мне говорили, ну это же в Швеции, это же для Швеции. Друзья мои, давайте развеивать эти мифы, потому что наши продукты Wellness, все без исключения, одобрены и рекомендованы к употреблению как российской, да, ассоциации диетологов, нутрициологов, так и нашим институтом питания в Украине. А это дорогого стоит. Знаете, можно одобрить, но рекомендовать, это уже, друзья мои, это большая ответственность. И сегодня как Россия, так и Украина взяли на себя эту огромную, потрясающую ответственность рекомендовать населению своих стран употребление продуктов Wellness. Это круто. Кроме того, наши витамины разделены на мужские и женские. И сегодня это снова такие дискутабельно. Многие врачи спорят о том, что это не важно, организм у людей одинаковый, зачем вы морочите голову, это фигня, это ерунда, это уже просто начинаете придумывать. Но, извините меня, различные физиологические процессы, разные половые гормоны – они сами привели к тому, что мужчине и женщине нужны абсолютно разные витамины. И если моя информация для вас сегодня будет интересна и важна, то я с удовольствием скажу, почему. Почему сегодня столь важно, чтобы мужчина пил витамины для мужчин, женщина витамины для женщин. Вот посмотрите, мужской организм, да, он, как правило, содержит большее количество мышц, ну, чем женский. Ну, давайте согласимся, как бы женщина не занималась спортом, да? Поэтому витаминный комплекс, он должен содержать больше тех веществ, которые в первую очередь требуются мускулатуре. Ну, согласны, да? Мы говорим, понеси сумку, там, ну, подними эту тяжелую какую-то там вещь. Мы всегда это говорим мужчинам. Но мы же не задумываемся о том, что почему сегодня мы должны пить одни и те же витамины. Если абсолютно у нас разная функция в жизни, они сильные, а мы слабые, сильный пол. Мы слабые, мы не можем поднимать тяжелые вещи. А мужчинам необходимы витамины для того, чтобы их мускулатура была в форме. Кроме того, мужчины больше двигаются. Ну, однозначно, они двигаются больше. Ну, может, кто-то и не тренируется, да? Но даже если они ходят в спортзал, то мужчины больше выполняют, чем женщины, физического труда, да, ремонтируют машины, там что-то там поднимают, таскают. То есть опорно-двигательный аппарат получает не меньшую нагрузку у мужчин, чем мышцы. А это следует, из этого следует что? Что восстановление хрящевой ткани у мужчин должен обеспечивать правильно подобранный комплекс витаминов, правильно подобранный, который направлен именно на восстановление хрящевой ткани. Кроме того, не менее важно и то, что восстановление сил у мужчин и нормализация всех функций именно мужского организма определяется уровнем тестостерона. Друзья мои, это естественный половой гормон. И витаминные добавки должны способствовать тому, чтобы
в организме мужчины вырабатывалось достаточное количество этого гормона, да? Что для этого нужно? А для этого нужно, чтобы мужчина принимал именно те витамины, которые этому способствуют, дорогие мои. И как бы ни говорили спорщики, что не важно, очень важно, очень важно для наших любимых мужчин, чтобы они пили именно те органические вещества, которые способствуют поддержанию их мужского организма. И особенно это важно, учтите, те, у кого в семье есть мужчины старше 40-45 лет, потому что им крайне необходима поддержка витаминно-минерального комплекса. Что же происходит с нашими дорогими женщинами, с нами, то бишь, да? Женские витаминные комплексы изготавливаются с учетом работы нашего женского организма, нашего образа жизни. А это значит, что в состав этих витаминов входит такое количество веществ необходимых, да, которые идут на покрытие потерь, которые происходят в процессе физиологических потребностей. Ну, мы с вами знаем, дорогие женщины, да, что очень много железа теряется в определенные моменты нашей жизни. И что просто необходимо, чтобы те витамины, которые будут принимать женщины, содержали повышенное количество железа. Потому что это нам жизненно необходимо. Нам нужно пополнить то, что мы теряем. Кроме того, женщинам нужно больше тех соединений, которые отвечают, о чем мы сейчас с вами говорили, за кожу, за волосы, за ногти. Да? И с другой стороны, вряд ли нам понадобится с вами столько веществ, которые идут на работу мышечной системы. Ну, если это касается, конечно, спортсменок, то, возможно, им и нужны эти вещества. Но я хочу сказать, что сегодня специально я работала в этом направлении. Можно ли женщинам пить мужские витамины, а мужчинам женские? А почему так? Потому что у меня в структуре возник такой вопрос, что, ну, трагический случай, муж умер, а витамины мужские остались. Витамины мужские остались у моей женщины, которая ко мне ходила в wellness-центр худеть. И она звонит и говорит: Люб, я могу пить мужские витамины? Я говорю: ой, не знаю. Если честно, не знаю. И вы знаете, я позвонила на горячую линию, меня связали, да, я пообщалась по этому вопросу, поэтому я уточнила ту информацию, которую получила из интернета от традиционных врачей. Да, это подтвердилось, можно. Потому что ничего запретного там нет для женщины. А тем более совпало так, что она после похудения пошла в тренажерку. То есть ей не помешают все эти вещества, которые есть в мужских витаминах. И великолепно все закончилось. То есть она пьет сейчас мужские витамины, и я спокойна. А то думаю, ну я не знаю, ну как это, женщина, мужские. Оказывается, все окей. Ничего такого нет, да? И кроме того, друзья, вот хотите верьте, хотите нет. Оптимальный баланс, важно это для вас звучит или не важно, для меня сегодня это очень важно. Глубоко изучая продукты wellness, я поняла, что такое оптимально. Это не больше и не меньше из того, что требуется для человеческой жизни, для жизнедеятельности человеческого организма. И я хочу, чтобы вы сейчас поняли и осознали, сколько сил, умов, работы, разработок, опытов потребовалось нашим шведам для того, чтобы сегодня разработать оптимальный баланс, который нужен человеку для того, чтобы полноценно жить. И, конечно, такой вопрос. Как часто принимать витамины? Я хочу вам сказать, что для меня этот вопрос вообще непонятный. Ну, я понимаю тех, кто думает, что это нужно принимать сезонно, потому что когда-то я так думала. Так вот, смотрите, в Японии витаминные комплексы постоянно употребляют более 90% населения. В США более 60%. Но, к сожалению, в России и в Украине такого стойкого тренда пока еще нет. В наших странах есть склонность к сезонному приему витаминных препаратов. Ну, наверное, это пошло еще с тех времен, когда традиционные врачи нам говорили, да, что весна, пора пить витамины. И это как бы, ну,
воспитала в нас понимание культуры того, что витамины пьются весной и осенью. Так вот, я хочу сегодня вам рассказать, почему витамины нужно пить всегда. Всегда, всегда. Почему вы каждый день кушаете? Я сначала вообще не понимала, когда у меня спрашивали мои люди, приходящие худеть, они говорят, а сколько нам пить wellness? А я говорю, в смысле? Она говорит, ну сколько, месяц, два, три. Я говорю, а сколько вы раз в году кушаете? Она говорит, каждый день. Я говорю, можно я не буду отвечать на ваш вопрос? Как долго вам надо пить wellness? Я вам скажу только одно. Как долго вы хотите быть молодой, красивой и здоровой, и как долго вы хотите жить, вот ровно столько вам надо пить wellness. А вы решаете сами. Так вот, наверное, именно потому, что наши люди задают эти вопросы, а кто-то даже и не задает, а пьет именно весной. Именно поэтому сегодня Россия на 100-м месте по здоровью, а Украина на 101-м. Еще 30 лет Украина занимала первое место. Ну, это культура красоты и здоровья. К сожалению, нам в школе ее не прививали. Но у нас с вами есть время это все изменить, да, есть возможность это все изменить. Но давайте же разберемся, почему витамины нужно пить каждый день. Во-первых, они водорастворимые. А это значит, что они не накапливаются в тканях и быстро выводятся из организма. Но вот если они водорастворимые, то мы потеем, да, мы ходим в туалет, естественно, да, еще чего-то там. То есть они с жидкостью выводятся из организма. Именно поэтому их нужно принимать ежедневно. И смотрите, что происходит, мои дорогие. Я вообще тоже была вообще в шоке от того, что вот я каждый день, каждый час узнаю такие вещи, которые меня приводят в шок. Да? Оказывается, что нехватка водорастворимых витаминов приводит к тому, что многие другие витамины становятся неактивными или менее активными. Представляете? То есть как бы вот эти витамины, они приложение ко всему wellness. Они приложение ко всему тому, что нам предлагает кроме них wellness. Что бы мы с вами ни пили, витамины и минералы – это приложение однозначное. Потому что если их недостаток в организме, то что получается? Остальные витамины становятся малоактивными. Передозировки водорастворимых витаминов как таковыми не бывает. Потому что они не вызывают ни расстройства организма, да, и выводятся с жидкостью, как я уже говорила, да. И, конечно же, в те моменты, когда, например, я чувствую, что где-то хватануло какой-то вирус, вот я, ну, прям какой-то внутренний, как-то виски побаливать начинают, я пью двойную порцию, конечно. Но хочу вам сказать, запомните, хоть 5 порций пейте витамин, организм возьмет именно ту норму, которая ему нужна. И пользы от лишней порции не будет никакой. Потому что, вот смотрите, компания разработала одну таблеточку, это суточная норма. Просто когда мы болеем, то организм ослаблен, да, и нам может чуточку больше надо витаминки. Но не бойтесь, выпейте две, все лишнее выйдет. Организм возьмет ровно столько, сколько ему необходимо для того, чтобы нормально функционировать и очень быстро выздороветь, да. Ну и вот мы с вами, мои дорогие, подошли вот к такому слайдику. Я не могу вам об этом не сказать и не могу с вами не поделиться этим, да. Мы всегда приглашаем людей в наш бизнес и говорим, без продаж. Конечно, без продаж, друзья мои. Конечно, без продаж. Потому что только наш личный товарооборот состоит из жизненно необходимых вот таких продуктов. Мы с вами уже знаем, что омега-3 – жизненно необходимо нашему организму, да, и организм не вырабатывает те вещества, которые в нее входят, да, поэтому, конечно, я для себя поставила ее, вот видите, да, на слайдике. Витамины, согласитесь, вы сейчас услышали от меня эту информацию, в этом комплексе собрана вся рекомендуемая суточная доза питательных веществ, которая необходима для здоровья и красоты современного человека. А я, естественно, хочу быть здоровой, красивой, я хочу долго жить, мне нужна энергия для того, чтобы сделать новое звание, вырастить новых директоров, гордиться тем, что я сделала, да? Поэтому, конечно, мой личный товарооборот –
входят и омега-3, и витамины. И в Украине, конечно, я знаю, что у нас бизнес международный, и сегодня здесь все страны, но я думаю, что вы самостоятельно можете найти бонус-баллы этих продуктов. Но вот лично в Украине, лично для меня, вот мой личный товарооборот, в который входит омега и витамины, это 72 бонус-балла. То есть если в Украине стартовая программа включает в себя 75 бонус-баллов, то плюс зубная паста, и вот и первый шаг стартовой программы. Да, друзья мои? То есть я считаю, что личный товарооборот, если я хочу жить долго и счастливо, сделать очень-очень просто. Но я же не эгоистка, я хочу, чтобы мой муж жил долго и счастливо. Поэтому, естественно, чуть попозже, в следующих моих вебинарах, я вам расскажу, что еще входит в мой личный товарооборот. Друзья мои, ну, я хочу вам сказать о том, что то, что сегодня Украина уже не на первом месте, да, по здоровью, а на 101-м, в этом есть и наша с вами вина. Потому что когда здоровые мы, то здорова наша нация. Это значит, мы с вами не досмотрели, не доделали, не допили, не доели то, что нам нужно для того, чтобы быть здоровыми. И если мы с вами сегодня соберем нашу команду, и мы не будем выходить продавать продукты wellness, а мы расскажем, если это люди офлайн, то мы их соберем в офисе и расскажем им про wellness. Если это люди в интернет, то мы соберем их на планерочку и расскажем, друзья мои, если мы хотим жить долго, и если мы хотим быть здоровыми, то нам просто необходимо пить эти продукты. И давайте сегодня посчитаем. Вот сегодня сколько в вашей команде? 10 человек, которые уже есть. Если они сделают по 72 балла, я не буду добавлять зубную пасту, это сколько будет? Какой это будет у вас уровень? Посчитайте, друзья мои. И вот ровно на столько людей, на 10 здоровых людей в нашей нации добавится. И я хочу вам сказать, что нам нужно гордиться тем, что мы предлагаем лучшее. Лучшее от науки, лучшее от природы для лучших людей, которые хотят хорошо выглядеть, великолепно себя чувствовать и зарабатывать деньги. Правильно? Поэтому я желаю всем нам дарить людям возможность долго жить, быть успешными, быть счастливыми, быть здоровыми. А мы с вами обречены на это, потому что в руках у нас с вами есть наш любимый wellness. Друзья мои, я желаю вам всем здоровья, красоты, долголетия, успеха. Ну и, конечно же, будьте счастливы. Я думаю, что вопросов у вас нет, потому что я постаралась максимально изложить все преимущества наших витамин. Запомните, все, что сегодня предлагает компания Reflame, это лучшее из того, что есть на рынке. И мы не можем об этом молчать. Мы должны об этом знать и кричать по интернету, по нашим вебинарам, давать всем смотреть наши вебинары. Потому что кто-то не захочет строить бизнес, но он захочет жить долго и счастливо. А мы с вами здесь, мы рядом. Мы кто? Мы представители компании Oriflame. До свидания, мои дорогие. До новых встреч. Люблю вас всех. Пока.